Традиционный церемониал «Час славы Кубани», проводимый уже 11 лет, накануне празднования Дня России, прошел не совсем обычно. У памятника казакам-основателям земли кубанской состоялось чествование композитора, заслуженного деятеля искусств России, председателя Краснодарского отделения Союза композиторов России Владимира Чернявского, который на днях отметил свое 70-летие. За музыку, написанную специально к торжественному церемониалу «Час славы Кубани», композитору был вручен нагрудный крест за заслуги перед кубанским казачеством. Владимиром Чернявским созданы оперы, балеты, симфонические камерные произведения, сочинения для детей. Одна из ярких страниц его творчества – музыка, написанная специально для кубанского духового оркестра, включая три сюиты-дефиле, каждое воскресенье звучащие на главной улице Краснодара – Красной.